Другим темам. Гагаринский суд Москвы в эти минуты решает вопрос о мере пресечения для Руслана Шамсуарова, последнего из участников опасных гонок золотой молодежи в Москве, который оставался на свободе. За неповиновение требованиям сотрудников полиции ему грозит арест на 15 суток. О том, что сын старшего вице-президента Лукойла задержан, в столичном ГУВД сообщили сегодня утром. Явился ли молодой человек в полицию сам или за ним пришли, пока неизвестно. Также нет информации о том, где именно произошло задержание. На слова, владелец того самого автомобиля был скуп. Сожалеете? Сожалею. Конечно, сожалею. И это все. Больше никаких комментариев. И по словам адвокатов Шамсуарова, пока их не будет. О том, что спрятаться владельцу машины, отключившему все телефоны и не выходившему на связь, не удастся, накануне заявил глава столичной полиции Анатолий Якунин. Другие участники гонок уже предстали перед судом ранее. Абдувахоп Маджидов, который был за рулем, получил 15 суток ареста и 200 часов исправительных работ. Также против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Виктор Усков арестован на 15 суток, 10 суток получила Мара Багдасарян. У нее, к слову, оказалось около 130 непогашенных штрафов за предыдущие нарушения правил дорожного движения. Многочисленные нарушения были и у других участников гонки. Напомню, вопиющий случай произошел утром, в воскресенье, 22 мая. Компания молодых людей возвращалась из клуба. Летели без номеров, периодически по встречке, выезжали на тротуар, игнорируя требования полиции остановиться.